Вы видели фильм «А зори здесь тихие»? Слышала, да. Вы слышали, но не видели? Ну, нет, к сожалению. Ну, надо посмотреть обязательно их два. Вот Агния снималась в так называемом ремейке. И вот мне интересно, вы как актриса, вы играете героическую совершенно девочку. То есть там все девочки, они там герои. А вы насколько сильно погружаетесь в образ? То есть вы вот ощущаете себя там, бойцом, героем? У нас на съемочной площадке была настоящая военная форма, сапоги. Нас учили портянки носить, винтовки. Все было очень тяжелое. Рюкзаки, все, вещь-мешки, точнее, не рюкзаки, вещь-мешки. Поэтому, ну, было такое погружение. Съемки в Карелии. Мы ходили по лесам, по горам с девочками. Это было удивительно, удивительное время. Очень интересно. Вот показывают кадры. Съемки в болоте. Одна из самых сложных сцен. Настоящее болото, но без топи. И вот так целый съемочный день. Тем более, одна героиня тонет в болоте, мы знаем, да, по книге. Вот Соня, наша Лебедева, актриса, натерпелась в этом болоте. Настоящий, все по-настоящему. Мою героиню убивают штуком. А вы готовились как бы перед съемками вот, на такой натуре сложно сниматься? У вас какая-то была подготовка? Или вы, актрисы, готовы изначально к таким испытаниям на съемочной площадке? Да, я очень люблю такие сцены, где нужно преодолевать какие-то физические трудности. Это эффектно смотрится. Это, кстати, рискованно. Очень часто бывают травмы на съемочной площадке у актеров. Да, вот. мне рассказывали очень ваши коллеги. Очень сложные травмы, да. Ваша старшая коллега Елена Дропека рассказывала, как чуть не утонула действительно вот во время этих дублей. Как вы считаете, военно-патриотический аспект насколько значим в таких киноработах, как вот та, о которой мы говорим, «А зори здесь тихие»? Это же наша история. Вот если мы смотрим фильмы о нашей Великой Отечественной войне, это наша история. И это очень важно своему народу, молодым ребятам, детям помнить свою историю. Это очень важно. Это программа «Мой район».